Всю сумму не потянем. Собчак молит россиян о помощи. Ксения Собчак ждет от сограждан финансовой поддержки. Средства нужны бедствующей семье, а сама звезда не может справиться с долгом овдовевшей сельской жительницы. Бывший кандидат в президенты, одна из самых богатых блогеров Instagram по версии Forbes, Ксения Анатольевна Собчак, попросила у народа денег. Финансы потребовались для помощи нуждающейся семье в поселке Елатьма в Рязанской области. В своем микроблоге миллионерша рассказала о печальной истории сельской семьи, лишившейся кормильца и вынужденной платить за ипотеку. Отца семейства убили, а супруга и трехлетняя дочь остались с большим долгом и скромной зарплатой матери. Какую-то часть этого долга мы берем на себя, но выплатить всю сумму даже нам в одиночку тяжело. Хочу попросить помощи у своих подписчиков, написала Ксения Собчак. Попрошайничество со стороны блондинки в шоколаде вызвало неоднозначную реакцию подписчиков. С одной стороны, попавшую в беду семью действительно жаль, и им нужно помочь. Вместе с этим многие уверены, что бизнесвумен легко могла бы сделать это сама, а призыв к согражданам – очередной пиар. Кстати, в своем благородном посте Ксения Собчак не забыла обвинить во всех бедах власть. «В такой стране мы живем, мы ее любим, а она нас не очень», – рассуждает дочь первого мэра Санкт-Петербурга.